Кубата тут вот. А здесь? Инкубатор из старого холодильника. Автоматическом режиме работает сон. Погромче говори, да тебя не слышно. В автоматическом режиме работает. Переворот едет через каждые 2 часа. Реле времени включает, выключает. 9 лотков. Каждый лоток влазит по 28 яиц. Угу. Терморегулятор заводской. Реле времени. Ставишь на нем все. Реле промежуточные. Переворот яиц посредством, ну, с автомобиля, дворники, привод. Плюс редуктор с этого котла. Плеер или куда он там. Как это называется? Скасовый аппарат. Скасовый аппарат. Ну и все. Можно вручную. Окна для вентиляции. Внизу, вверху, там дальше вентилятор и тепло. Терморегулятор, там термодатчик ставится. Все просто. Яйца можно любые закладывать, да? Покажи лоток один. Как ты их сделал? Яйца лотки. Можно любые закладывать. Так, так. Любые яйца закладываю. А этот лоток верхний, 9-й, с ребром. Угу. Ну, тут можно и вручную ворочать. Когда надо тебе что-то поменять, значит, вручную кнопку нажал. Сколько надо, сколько он проворачивает. Это внизу лотки с яйцами, получается, когда они выводиться начинают, то да. Ты их переносишь когда, вот сюда. Сюда я переношу лоток сюда. Вот. Чтобы они не вываливались и не падали никуда. Да, и не падали. Ну, один, два, один, одного достаточно. Просто. Вниз ты ставишь воду, да? Каждый вниз день? Воду. Каждый день воду надо менять. Угу. Ну, а температура там везде указывается 37,8 градусов. То есть из любого холодильника, который уже не работает, да? Да. В нормальном режиме можно сделать? Можно сделать инкубатор. Инкубатор. Да, ну, где-то на 270 яиц. 250 яиц. Ну, какие яйца. А это вот у тебя, как оно называется, просвечивать яйца, овоскоп. Да? Это овоскоп, да? Да, да, туда подключаешь 12 вольт, там фара автомобильная, и просвечиваешь через 2 недели. А это неинтересно. Ну, почему? Все, по-моему, интересно. Вот здесь закрываешь. Ложишь, какие яйца тебе просвечиваешь. Ясно. Это вентиляции 2, да? Внизу и вверху. Да. И тут, и с той стороны. 4 окна. 4 окна вентиляции. Да. Понятно.